Привет, здорово, как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует их, если они будут конструктивные и в тему. Меня зовут Макс Саныч, я представляю этому вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути, это путь воина без страха и мусора в голове. Реклама. Покупаю воду Себек в Харькове. Переходи под видео по ссылке на сайт и заказывай воду. Или звони по телефону на 099-199-58-88. Также есть Вайбер. Итак, продолжаем. Беседы современной молодежи проверены на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. Итак, рассказ номер 26. «Макс, добавлю тебя в менеджеры!» — сказал Саня таким голосом. «Макс, добавлю тебя в менеджеры!» Итак, Corporation Books Max Present, аудиобук «Беседы современной молодежи», рассказ номер 26. «Макс, добавлю тебя в менеджеры!» 24 декабря 2013 года. Режиссер я, режиссер я, оператор я, ведущий я, при задействии, короче, меня. Вот. В качестве видеоряда смотри мое фото слайд-шоу в свете. Сделано оно 21 января 2018 года, когда выпал в Харькове обильный снегопад. Итак, поехали. Привет! Привет! Ты знаешь, я разучился мечтать. Я уже давно, у меня просто на это времени нет. Надо вспоминать, как это делается. Ага. Все успешные люди мечтают и идут к мечте. Я что-то, чем больше к мечте иду, тем больше у меня проблем начинается. Так, у меня так. Юрий Антонов, поверь в мечту. Вот тебе, послушай песенку, как раз тема «Слова про нас». Тухану! Ох, неохота на дядю идти работать. У меня вопрос, в котором часу по утрам мне нужно искать заказчика. Время, а? Саня, у тебя на Хартауре получается, что в одном лице и менеджер, и дизайнер, и программист. Моих контактов там нет. Как я могу работать с таким? Надо создать несколько разных контактов. Отдельно для программиста уже есть. Для контекста есть. Теперь для менеджера данные мои, они есть. И для дизайнера надо другие данные написать, чтобы было видно, что мы команда, а не человек-оркестр. Или точнее, человек-вебмастерская. Например, программист Александр, дизайнер Саша, менеджер Максим, копирайтер Наталья. Теперь видно, что это команда. Александр, Саша, Максим, Наталья. Так доверия будет больше, ёптыть. Добавлю тебя в менеджеры, Макс. Ага, ура! Я уже работаю в поиске заказов. А искать можно любое время, когда хочешь. Тогда надо написать мой скайп. Максим Хаков, почту maximhakov@mail.com, мобильный 099-199-5888, твиттер Максим Хаков. Ну, ВКонтакте меня уже нету, так что на Фейсбуке. Максим Вехов, вот. Конечно! Айски у меня нет. Сейчас напишу. Да, Аську я редко использую. Кому она нужна сейчас, это уже прошлый век. Ноги ее любят, так как в ней можно с мобильных устройств заходить, и энергоресурсы не истощаются. Ну да. И в Твиттер то же самое. Как там посещаемость по кликам, а? Может, 10 день, максимум видел 25. А ссылка на Сландо, это не такую предоставить, или сам можешь регулировать, какую рекламу ставить, а? Не, они сами ставят. Я сегодня кликал на ссылки на Сландо, не видел. Да ладно, фиг с ней. Ты объявы добавлял сегодня? Нет. Я там чутко переделал подачу объявы. Поудалял спамеров, каталог сайтов. Сегодня кто-то добавил. Сейчас гляну. 5 штук. Видел? Да, да, видел, да. Видел, видел. Я вижу только одно сегодняшнее. А вот, смотри, 24.12.2013. Продам мебель под заказ. Мебель 2500 гривен. Подробности по телефону. Одесса.
Передам новогодние скидки на ЭЛОС, эпиляцию, услуги 1 гривна акция. Нежен, передам авиа, морские, авто, перевозки, услуги 7 баксов. Подробности по телефону, Одесса. Пусть хоть одно. А ты давно подавал объявы, а? Те за другие дни. Мне просто интересно, подают люди или все по-прежнему тишина, а? Продам авиа, морские, авто, перевозки, услуги 7 баксов. Подробности по телефону, Одесса. Это я. Мне на почту пришло такое. Ясенько. Подают, и в работе подают, и в каталог сайтов пишут. Все будет хорошо. Сделаешь фон белый, будет на 100% лучше. А то мне пишут, что это типа Харьков форум у вас, что ли? Или у вас что, сайт сатанистов? Как у этих Dark Sound Room. Видел? Вот тебе ссылочка. И так далее. Их полно, все черные и мрачные. Поправим. Давай быстрее поправляй, а то скоро нам пизда будет. Вот чувак прислал мне. Сергей Башкатов, создаю сайты для людей, заточенные под продвижение. А ссылка на твиттер, как ВКонтакте, есть? Есть на все. Вот тебе ссылочка, вот тебе... Вот мои данные. Ну это 2013 год. Раньше я был в Твиттере, и в Одноклассниках, и на Линкендине. Ну короче, остался я в Твиттере, на Линкендине, на Фейсбуке, вот, и все. Еще был на фотостране. Контакты на свою страницу пришли. Вот тебе две ссылочки, у меня две страницы. Реклама! Покупаю воду Сибек торговой марки Чугуевского завода. Заказывай по телефону 099-199-58-88 с уважением, менеджер Максим. Сервис доставки воды в 19-литровых бутылях по Харькову и Харьковской области. Харьковская область, минимум 25 бутылей. Нал без нал по 45 гривен минимум. Одно, на которое ты чаще бываешь? Обеих. Каждый день практически. Или рабочую свою? Я обе просматриваю каждый день, я ж тебе сказал. Выбери, на которой будешь с клиентами трепаться. Ладно, сам выберу. А ты имеешь в виду, что на ней надо постоянно висеть, да? Ты уже повесил. А это тоже надо, да? Вот Фейсбук Максим Вехов. Окей. Чем больше, тем лучше контактов. Вот, Хартовый компейдж там, ля-ля-ля-ля. Пока не так. Я все равно себе сайт тоже буду переделывать. Все равно буду все перезаполнять. Ну вот и отлично. Теперь могу смело действовать. А у меня пока потянет дизайны делать для сайтов? Не знаю. Или тебе в основном уже с готовыми дизайнами приходят? Часто приходится делать самому. Ага, ясно. Ты на рекламу не кликал сегодня на Пэлбуме? Ну, ту, что поставили. Кликал немного, а что, не кликать? Да не нужно, я хочу глянуть, как оно будет работать само. Мой-то адрес никто не знает. Кликают ли люди, или только на сайте мешать будет? К тому же, если они увидят, что кликает один и тот же, точно нихера не заплатят. В черный список, если добавить, то пиздец. Ты вчера кликал и сегодня, и завтра, и послезавтра. И все, а что, больше никто не кликал, что ли? А все API, кто кликал, у них записывается. Конечно же, они будут знать, что один и тот же кликает в лице тебя. Ну так я постоянный посетитель сайта. Хе-хе-хе, логично. Ага. Один на весь мир. Короче, не кликай больше, пожалуйста. Да не вопрос. Так что, больше никто не кликал? Ты не ответил так. Дай посмотреть, работает ли реклама или нет. Не кликал, похоже, кроме тебя. Никто, блядь. Да она только появилась. Смотрю, клик, оказывается, это тот же. Я могу знакомым говорить, что кликали побольше. Не нужно. То есть? Я хочу понять, работает эта реклама или нет, без всякого пафоса.
не нужно, так не нужно. Чтобы понять, стоит ей заниматься или нет, она же только сайту мешает и клиента уводит. Это мое мнение, блин. Конечно, работает. Со временем, как будет сайт белым, люди будут волей-неволей кликать. Я изучал принцип работы, так все и задумано. Пока старый сайт, на нем еще можно поэкспериментировать, но новым этого уже не сделаешь, потому как опять труд пойдет на смарку. Если по 100 человек заходит и только из 1000 один кликает, и мы с 1000 заработаем 10 гривен, то мне как-то насрать тогда на такой заработок. Я пойду 3 бутылки по пути домой подберу и больше заработаю. И месяца ждать не придется. Как-то не в прикол работать за 10 гривен в месяц, верно ведь? Дай, короче, потестировать, насколько работает эта реклама. Сами клики мы успеем набить. К тому же там условие, что если заработок меньше 100 евро, то его никак не выведешь. Дай мне до Нового года время, чтобы понять, работает это говно или нет. Потом будешь кликать сколько захочешь. Это получается сегодня 24-я неделя. Саня, без обид, с такими установками, как у тебя, нельзя что-то делать. У тебя заранее заложено все на неудачу. Запомни эту фразу, все будет, но не сразу. Одна из твоих установок, по-моему, правильно ж? Верь в то, что ты делаешь. Ну вот снова говно. Ну что это такое, ептать? При чем тут установки? Будешь это называть говном, оно так и будет. Вот при чем. Ладно, приехали. Ты понимаешь, что лишняя реклама нам будет только мешать. Она будет водить пользователей. Никто не любит, когда на сайте одна реклама. Главное, что из нас двоих у меня таких установок нет. И все будет богато у нас. А зачем нам реклама, которая не работает на нас? Я все понимаю, что само оно не родит, это понятно, надо его родить. Значит, родим. Саня, я думаю, что реклама, наоборот, привлечет людей. А так сайт мертвый, благодаря рекламе на нем появилось движение, и это хорошо. Реклама. Заказывай доставку воды. Себек, 19 литров в бутылях. Переходи под этим видео по ссылке на сайт. Выбирай себе пакет, звони по телефонам, заказывай обратный звонок. Ты какое там появилось движение? Ты о каком движении говоришь? Ну, про посещение. А, про что? У меня появилась другая идея. Какая? Знаешь, как и ты делаешь, надеюсь, много планов выхода из любой ситуации прорабатываешь, правильно ж? План Б, например, план А, В, Г, Д, Е, и так вот, лучше, чем больше, тем лучше. Убираем эту рекламу от Google, и надо подготовиться, конечно, вставляем туда побольше флеш-рекламы, баннеров, о своих услугах. Да у нас там и так они были, толку от них. Таких мало. Тем более, я так и планировал. Их надо по-умному разместить. Ну, можно же себя на первое место поставить, рекламировать, а Google уже на других. Но это снова хочу сказать, что больше эффект, когда сайт будет белым. Чтобы нажимали волей-неволей, придется нажимать так, чтобы не раздражать. Ну вот, если это не прокатит, разместим свои. План Б. До Нового года, конечно, малый ты срок дал. Можешь до февраля, а? Хоть месяц. Максим, может и до февраля, давай доживем хоть эти дни и посмотрим. Если будет движение, значит будет. Если не будет, меняем стратегию и переходим к плану Б, как ты говоришь. Болтать хорошо, но нужно и что-то делать. Пошарься пока по форумам, покидай ссылки, если можешь, чтобы хоть как-то сдвинуться с места. А просто от переписки в чате мы никогда не будем двигаться. И сдвигов не будет. Я в воскресенье ходил на балку до 12, назад шел по тому же мосту уже после 12. Я задачился количеством машин на мосту перед светофором. Это я к тому говорю, что сейчас большая масса людей готовится хорошо побухать и поесть на Новый год. И нам-то что с этого? Все будет, но не сразу. По каким форумам надо размещать ссылки? По любым!
Ты думаешь, я сейчас ни хрена не делаю и с тобой переписываюсь тупо? Ошибаешься. Я такого не говорил. Вот тебе пивка, расслабься. Бей, вот тебе смайлик. Я просто говорю, что писать в чате хорошо, но я так не могу, надо еще поработать. Ладно, приехали. Потому как мне нужно думать, а когда я пишу, я не могу думать. Так я тоже думаю, так каждый не может думать, когда пишет. Вот видишь, мы немного дали сеанс молчания, и у меня мысль возникла. Но, к сожалению, она у тебя уже была, так что я изобрел велосипед. Окей, Максим. Реклама! Заказывай доставку воды Себек по Харькову. Звони на телефон 099-199-5888. Максим. Так и есть. По-моему, это реклама по Google отражения тех источников, на которые я постоянно захожу. И так, наверное, для каждого пользователя. Тебе так не кажется, а? У меня подозрение, что матрица одна, а те сайты, которыми пользуется любой IP. Короче, ты понял, да? Так и есть, блин. Так, а нахера она тогда нужна? Я что-то не пойму. Почитай, раз не знаешь. Надеюсь, мысли, как у меня, в голове большинства людей не приходят. И они тупо кликают. И не задумываются, на что нажимают. Типа все блонди. Итак, народ, ты слышал рассказ номер 26. Подписывайся на мой канал. Заказывай доставку воды Сибек. Если ты харьковчанин или в Харьковской области. Подписывайся. С сентября буду размещать каждую неделю уже по рассказу. Потому что это моя первая аудиокнига, но будут еще аудиокниги про других персонажей. Более даже интересных. Это тоже, конечно, интересно. Очень даже, в принципе. Ну, тут нету, конечно, ни секса, ни насилия, как других там, что людям нравится. Секс, насилие, убийство и всякая гадость. Извращенцы, блин. Ну, если ты не извращенец, подписывайся на мой канал. Пока.